Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
держись, дружище. Да, они его, считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего тебе надо? С дороги! Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял, понял, открывай тогда! Вперед! Смотри, спартанцы! Опять Артем по поверхности шастал. Делать ему дураку нечего. Прикрути язык. Он же нас спасал. Князь, подожди! Куда дальше-то? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артем, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же, спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Таня, я уже сто раз говорил, немедленно возвращайте в поле. Слишком часто ходят. Рискую. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А, ну...
какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, смотрите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Пардон, ну, сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там? Ну, Лёд, ну ты да как всегда! Да хватит вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! О, сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, приз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще и эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал? Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Фонарь потуши. Слышал? Опять! Слышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились. Умнеют твари. Давай ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь.
слышишь? Стая. Только этого нам не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим им формадилы, спартанец? Или подождем, пока прибегут? Ждем. Ждем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко! Слушай, Артем, закинь меня наверх. Давай, Тёма, подсади любимую. Чёрт! Давай ты. Держу. Артём, слышишь? Вроде рычало что-то здоровое, но далеко. Переходим на разные! Что за черт? Артем, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Артём, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай с ним. Эй, запрыгивайте! Разобрались бы сначала, уроды! Артём, слава богу, это не Орден, ганзовцы, козлы. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артем, ты был прав. Там правда люди живут.
Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи. Приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла. Вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните! Там противогазы не дурак, а мог бы жить да жить. Поехали. Эй, что это за шум? Внимание! Включение поворотного круга. В котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь не бойся. Страж! Человек?
как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так, девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте, только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Спешите. Не вставайте, так будет тише. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай. Надо, блин, не твое дело. Ты вообще, стойте! Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Ничего, работай давай. Эй, Ермак, пар... Старость не раз... Идемте. Ну не баг. Она же как собака. Погодите, погодите. Стойте. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Идемте, скорее. Быстрее. Удачи вам. Эта система лечения весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать. Я, конечно, постараюсь помочь. Не сумки думать, боится ли я. Не готова. Идут к нам, в Москву. Они ищут нас. А мы их никогда не видели, не слышали. Тут уже на пороге. Всех женщин, детей. Отец вам этого... Думаешь, он не знает? Думаешь, твой папашка не в курсе? Да он наших бойцов... Ты еще кто такой? Сыромяк! Тревога! Тревога! Жетон Хантера выдержал пулю. На тебе, сука!
Не дергайся! Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит никого, и Москву никто не слышит. Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые! Тревога! Скоро вся охрана здесь будет! Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше! Оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Быстрее, сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. По всем неизвестным огонь открывать... Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст вынизу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Ну где вы там? Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Этим мусором, когда нормальные пушки в оружейке пылятся. А может и не пылятся вовсе. Думаю, наши против рейха операцию готовят. Или против красных. Вот и собрали все лучшее. А нам все равно на передовую не идти, нам и такого хватит. В начальстве не дураки сидят. Да я лучше на передовую. Вижу его! Противник! Понял! Ой! Противник! Закрываю!
Собираюсь. В командном центре произошла диверсия. Артём, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Артём, отлично. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Всё, Артём, снимай противогаз. Теперь осталось найти Ермака. Спускайся к Серому и проверьте яму. Так точно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Нет там никого и быть не может. Эти же ворота наружу. Может, стражи шастают. А если... Это что у ящика? Что там? Чёрт! Ты что думаешь? Я за это... Одной рукой, с завязанными глазами прикончу. Наверху!
этого! Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз, он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся банда сбежаться может. Еще охрана, отбиваемся! Вижу противника! Артём, время на исходе! Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Вот он! Отбиваемся!
Все, давай вместе. Еще немного. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый полковник, вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не оставишь. Дошло! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ там, полковник, в котловане, люди из других городов. И так, тут их всех молчать! Женщин, потом детей! Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня, уже наши... своих не бросает. Если не то кто? Кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артем, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всему... Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушались.
Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы только краску поцарапаем. А если изнутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Давай, полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Артем, как притормозил, прыгай. Но я этого пока отвлеку. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство. Предательство. Ты охренел, паскуда? Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Вот только не служили верой правдой. Кровь лили! Врагу продался! Они нас дотла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида!
Артём, ты цел? Слава богу! Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир... Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? А, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей. Слышала, но это же просто сказки. Особый комитет по восстановлению. Не сказки. Это они и есть. Всем, уверен, что они Москву защищают. Ну-ка, ну-ка, это что? 1-8-1-1-7-9. Всем слушать. Квадрат 1-8-5. Повторяю, объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1-8-1-7-9. Так, где там номер этот? 5. Только против ряды. Так, вот здесь, значит. Ага, гора Ямантан. Ясно, маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это! Проект «Ковчег» — это целый подземный город, огромные запасы, техника, лучшие специалисты! Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну!
Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богини утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Тогда за Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, полный вперед! Есть! Полный вперёд! Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох,
Там! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем руку! Общий сбор! Артём, давай бегом в рубку! Артём, ты как, цел? Я кормлю! Один цилиндр открылся! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятие! Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, я с Артёмом? Как, усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся, от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день, может, больше. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Степа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, князь. На тебе разведка близлежащей территории. Принято. Идиот, прикроешь пошли, его с Авророй. Пошли, Артём. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть, сэр. Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Я этого не говорил, сэр. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артём. Вы там осторожней только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся.
Ух ты, здорово. Слышал? Проверишь, что там? Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. Артём, заяц! Артём, давай рядом держаться. Не отходи далеко. Артём, у причала есть лодка. Как закончишь, давай ко мне. Thank you.
Ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирные. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Мир тебе, добрый человек. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к святому и стрелись. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не стоит. Техника богослужия! Техника богослужия! Всевышний мир!
и дарует прощение и отпущение грехов всем отринувшим бесовской службы. Злые, злые, никого вы не спасаете. Наших всех убили, папу моего убили. Сатанинская плоть. Выгнать и дело с концом. Терпение, братья и сестры! Смирение и терпение! Ибо должны мы... Спокойно, братья, спокойно! Заперся поста! Никуда не деться ему! Скоро здесь будут наши воины-подвижники! Правда, Боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Похоже, Силанти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходите. На лодке пришел. Аккурат, проповедь была. Что ты? Не вижу. Эй! Надо идти туда. Ну, еретик поганый! Братья, наверху! Патроны вышли! Прикройте! Что? Где тут еретик этот? На лодке пришел. Аккурат, проповедь была. А потом что? Да вот вроде тут был, а потом раз. Нет, точно Лукавый его послал. И отец Силантий говорит. Да знаю я, знаю, что отец Силантий. Говори прямо. Выходи, нечистый скотина безбожная. Такого подвижника убил. Гореть тебе в аду. Чего мне бояться? Со мной же рыба. А кто против? Жалкий еретик. Фу. Thank you.
Ты не стреляй! Я даю, видишь? Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, даже я знаю. Если убьет, то хоть мучить не станет. Тоже... Да что ж это такое делается? Ой, плохо мне. Ой, батюшки. Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Что было? Кит? Ух, и здоровый сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел.
Ну ты их там и накрошил. Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти. Договориться бы с самым этим, чтобы слопало. Как там Маугли животные говорил, а?
А вот и Артём. Вернулся из бездны. Живой! А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, зайди после бати ко мне. Тут тебя подарок дожидается. Артём молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий Крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за Крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Эх, что ж с тобой делать-то? Привет, Артём! Здорово, Артём! Ты там молодцом выступил, наслышаны. А мы тут это, окопались, оккупантов ждем и уже видели. Пока, правда, только на четырех ногах или с крыльями были. Откатились от нашей экологии. Заменить я бы еще заменил, да нет. Как тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что, носись с честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить.
Ну ты суров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тута. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во! А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишкой еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни по чем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу.
Вон, видишь, мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего, так охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут все логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но опасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуюсь, и материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. Этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Золотушка в деревенских махрой разлицу успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Фонарик мой им козлам не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту не пускают. Но ты вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уедали, сразу полные штаны. Ну а то, судный день. Прибыл точно по расписанию. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А вот зверья, это другое дело. Взять хоть уродов этих. По одному они, тьфу, соплёй перешибить. Вот стая — это совсем другой клинкор. Разозлил — делай ноги, пока живой. Я раз так нагорел, все барахло побросал, в одних штанах, считай, удрал. Ну а ты думал, они солчи ушлые, кирпичем бросаются, как запузырит. Ого! Ну вообще хуже всего люди. Бандиты тут обосновались недавно. Чего им надо, хрен поймешь. На мост не лезут, а в деревню тоже ждут чего-то. С ними лучше не связываться. У них разговор короткий. Деревня говорит, как они тут засели, народец пропадать стал. На рыбалку там пойдут или на охоту, и тю-тю, с концами. Ну, я тут заболтал тебя совсем. Начальник-то ждет, небось. Ты иди, иди, я тут пока барахлишко соберу. Встретимся на поезде.
Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. На связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Антенны! Артём, живо сюда! Хватит трубами щелкать! Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Конец связи! Застрял я здесь, капитан. Всегда ты тупик через коромысло. Я как с того фонарика разобрало. До сих пор меня ищут, не уймутся. Пришлось готовить схроны по всей округе. Ну оно и удобно. Мало ли где ночь застанет. Ну, заодно и разведал тут все. А интересные места. Тут, к примеру, склад военный был, похоже.
Но... Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного? Ah!
Сейчас тут все накрошим. Аня, что с тобой? Аня! Черт. Надо полковнику сказать, что мы ее нашли. Ребята! Хорошо, Артем нашел. Че это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше спасибо, держаться? Родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Ещё чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвёт. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Анька, ты инфаркт со старика доведешь. Вернешься, получишь и мне. Ну теперь ты ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все посходили. Честно, беги лучше помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. А чё, Сэмчик? Как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали, если наткнемся. Артём, выручай. Старик уперся. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж.
сожрал. До сих пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, надо... Ну, что, привет, Артём. Сработать, согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артёх. Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Ну мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, чтобы пальцы об асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Креста не пущу, мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Но, Артём, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост – основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли. Страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артёмыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты, и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом.
Слушай, Артём, тут такое дело. Я для Тихаря кое-что сделал. Попробуй установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Аня, спасибо вам с Артёмом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артёму удачи пожелать. Конечно, Артём, пусть вас Бог хранит. И вам, Стёпа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артём! Дядя Артём! Вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий. Страшный. А они там живут. Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь? У него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. Блатняк орали. Степан еще сходить отобрать хотел. Чтоб, значит, над инструментом не издевались. Может, освободишь гитару от оккупации? Порадуешь товарища. Степа, знаешь, какой репертуар? Русский рок, классика. Удачи, брат.
Вверх, смотрите, пацаны, вон он! Вижу, падлу! Братва, тут чёрный! Получай, получай, сучара, блядь! Земля. Верните тут все наизнанку, а то мало ли сколько тут этой сволочи прячется. Я чисто не въехал на. Чё, бля? Чё она? На папу, бля! Семен, мост все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я манал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро вернемся, отыграйся. Еще и с прибытком. Давай, Семен, время, деньги. Так тут ты сдохнешь мне за хрен. Эх, бля, нахера такая жизнь вообще? Это чё за хер там, бля? Чё ты? Вот это сука!
Помогите! За рыбой, прошу! Развяжи! Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех. А тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Ну, здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь.
Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Чушки нас просекли бы, стуканули караванщиком, и капец план уплыл бы, а это сечет, чем пахнет. На пику подыли. Точно. Шли.
ну тут ты конкретно гонишь. Реально, братва, они все считают, что там банутые все. Электричество сатанутим. Это еще что за хрень там, Винчик? Я уже вот как режу, наслушался. Бля, реально долбанутые. А как-то они молнию валить думали. Надо заценить, что там за движуха. И молитвой. Реально, утырки, там полно жмуров их нет. Так их пахан, что думаешь, остальные втирают? Чё? Бля, гаситься надо на... Пацана завалили, суки! Вылезай, папа! Я, сука... Вижу папу! Вижу папу! Пацаны, не бросай нас, слышишь? Оставляй нас тут. Выпусти нас, прошу. Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Всегда. Тебя ведь Силантия анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с Божьей помощью. Да, волей его.
Это новое лошё в подвале. Толок хрен на рыло. Лови их потом, бля. Точняк. А так чисто ждёшь, пока усядутся. И ломались, пожалуйста, бля. И, бля, каждого рада полные штаны у всех. Главное, сука, в терминал плыть не стоит. А нафиг хуже сатаны. Слышь, а ты в самом терминале был? Приколи, был, бля. Меня лысый, сука, на слабо подня не развёл. И чё там? Вообще с рукой. Ну чё, мразь не одна. Кругом жмуры, обозранные над водой висят. Я чушков этих потом спрашивал, чё за нас? А это силантики, сука. Как... Это чё за херь там упала на? Ну, короче, я пошёл. Проверю, как там чё. А, бля! Ура! Наши воля! Ёб тот канал, падла, бля!
Ха-ха-ха!